Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт в новом сезоне. Это еще что за звуки? А, офигенно, ураниумы валяются. Или что, это титаниумы, да? Да, титаниум валяется. Что это за звуки? Это вот эта курица меня бесит. Или нет, фиг его знает. Почему? Ну, что-то звуки как бы с самой природы или чего это. В принципе, ребята, мы пошли в мир динозавров. Да, хара уже эти звуки, твою мать. Мы пошли в мир динозавров, просто я вспомнил, что тут есть вот та нереальный босс, так как сейчас у нас, в принципе, есть уже вот этот лук, и я думаю, если мы будем осторожны, если мы будем как-то, если нам повезет заколбасить вот того босса, то, в принципе, мы, может, и заколбасим. Что я вот сейчас вижу? Я вижу то, что вот тут в горе, и вот тут в горе, и вот там в горе, короче, везде в горах. Да хорошо превращаться уже, да ты уже у меня есть. Почему ты каждый раз, когда убиваю какого-то моба, я сразу в него превращаюсь, даже если он у меня уже есть? Это меня бесит, потому что каждый раз нужно 5 минут прокручивать вот это все, чтобы вернуться в свою форму. Ребята, мы вот это будем копать, потому что это спаун всяких мобов. И вот я думаю, это даже будет интересно, если мы вот это... А, нет, это соль, это мы не будем копать. Это просто офигенно, ребята, потому что тут есть спаун всяких мобов. Мы если вот добудем сейчас спаунеры, то мы сможем заспаунить потом всяких модов. Мобов, да. И просто-напросто с них повыбивать всякие шмоточки, всякие броньки, шмоньки и броньки, да. И так. Да твою ж мать, да чё ты такой бесячий этот звук этот? Это, ну я не думаю, что это у меня вот такого точно нету. Если мы его сейчас просто выключим. Нет, это не то. Если вот так, то так вроде нету. Ох, это чё ещё такое? Такое я ещё не видел. Чё это? Water Dragon. А, это вот тот дракон, которого мы и убить не смогли. Он нас раскидал с вот этой всей своей хренью. Мы его не смогли убить, ребята, потому что он просто-напросто не даёт к себе подойти. Он стреляет всякой хренью, которая просто-напросто не дает подойти. И сносит просто-напросто нереальный урон. Поэтому, ребята, мы как-то его даже не смогли убить. Но я думаю, если мы сделаем себе какую-то броньку. Мне даже писали, что для вот этих, вот для этой сборки, для вот этих всех модов, которые есть, даже алмазная бронька — это просто фигня, потому что как бы даже есть алмазная бронька, но с алмазной бронькой, даже с алмазной бронькой как бы будут наносить нифиговенький урон, да. То есть мне говорили, что нужно просто какая-то нереальная бронька, которую я не знаю где достать. Ну потом как-то попробуем. Сейчас давайте отсюда спустимся, попытаемся найти вот ту бабочку, потому что просто-напросто... Нет, сначала не баб... Ты чё там? Сначала не бабочку, а давайте заспавним вот этих... Драйт Магнум... А, ну это у нас уже было, да, я это уже помню. Так, такое мы уже спавнили, да. Оу. Ух, охренеть, сколько вас... А, все, убили всех? Нет, не всех. Да муравьи вот эти. Так. Вот в этом мире вот это... Кого я превратился? А, вот в этом мире динозавров. Тут есть высокие горы. И вот я думаю, вот этот мир очень офигенно ходить, потому что... Не офигенно ходить, а офигенно ходить только потому, что если ты хочешь добыть какие-то спаунеры, то тут вот этих спаунеров просто нереальная куча. Тут просто везде горы, и они спаунятся как бы везде, и можно их везде увидеть. Даже вот там есть какой-то спаунер зеленый. Там есть куча всяких спаунеров. Там есть... Да харем бить меня уже, муравьи конченые. Вот. Там есть куча всяких спаунеров, вот этих. Потому что тут просто реально вот очень много всего вот этого. Я думаю, это будет офигенно, чтобы...
Чтобы, да, чтобы спавнить вот эти все фигни, вот этих всех боссов. Попробуем, и давайте, наверное, еще кого-то убить. Что-то бабочки нету, я, если честно, вообще никаких динозавров не вижу. Так, сейчас. Тогда хоть какие-то динозавры там ходили, которых мы более-менее как-то могли убить. Но вот сейчас я, если честно, вообще никого не вижу. Это кто? А, это обычный скелет. Твою ж мать. Так, там у нас еще кто-то есть. Там у нас Water Dragon есть. Я что-то, если честно, немного очкую. Блейза, мы сейчас Блейза заспаним. Твою ж мать, да муравьи ты, вы бесячие. Все, отлично, мы его убили, и мы сейчас можем у него превратиться. Мы Блейз рот выбили. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это что-то хреново немного, потому что шапка, конечно, вот это прикольная. Это, ну, как бы тентакул, да, или кто это? Давай превращайся-ка ты, а то... Все, отлично. Звуки. Давайте, может, тут... А, да нет, чё-то я немного туплю, ребята. Твою ж мать, сколько вас тут? Ребята, мы же можем летать, и я, если честно, забыл, и это реально офигенно, да. Птичка с двумя мечами в руке, офигеть. Я забыл, что мы можем летать... И, ребята, тут у нас есть уже какой-то динозавр. Я не знаю, убивали мы или его. Т-рекс. Вот сейчас вот так немного читерско, потому что он, мы, в принципе, можем летать, да? И он нас даже не сможет достать. Но я думаю, ребята, мы все-таки вот этим не будем как бы злоупотреблять, потому что если вот так все время летать, это будет, ну, немного... Не то, что нечестно, а просто-напросто это не в скором времени просто надоест, потому что все будет очень легко, так как мы будем напросто все время летать и не бегать своими двумя как бы ногами, да. И это будет реально немного читерско. Вот сейчас мы в воду упадем. Да. Сейчас мы превратимся в нормального. И потому что. И поэтому, ребята, я думаю, мы будем летать только тогда. Воу-воу-воу, извиняюсь, ребята, опять за окном там. Хрен его знает, что там нереально так пронеслось. Шумно. И поэтому, ребята, я буду... Ух, охренеть! Вот босяра зомбяра. И поэтому, ребята, я говорю, даже если мы будем иногда летать, то мы будем не злоупотреблять этим, а будем летать только в те случаи, когда это реально очень нужно. Вот этот лук реально офигенный. Так, Ender Chest. Ну, как бы шляпа, да? Вот эти звуки, пчел всякие или что там летает, но такое чувство, как бы самолет какой-то там. Так, давайте покушаем. Да, в принципе, мы уже покушали. Чем мы сможем тут полететь? Бабочка, да? Бабочка же может летать. Нет, не может. Как бы... А, нет, может. Ну, понятно, что бабочка может летать, просто тогда она не летала, потому что мод был как бы версией такой, которой способности не пашут, я не знаю почему. Но а вот сейчас я нашел как бы другую версию, и в принципе уже способности вот этих всех, ну, вот этих всех, да, мобов начали пахать, и в принципе сейчас мы, ребята, даже можем вот так летать. Там у нас опять Т-рекс. Т-рекса мы убивать не будем. Его, если честно, очень долго убивать. Я имею желание найти бабочку. Вот там босс. Мы же его убили.
Итак, ребята, мы продолжаем, и сейчас мы пойдем вот куда-то, просто-напросто меня убили, и я заспавнился где-то в стене и никак оттуда не мог вылезть. И в принципе, и майн тоже крашнулся, поэтому, ребята, мы заспавнились вот тут, я как понял, это то место, да, кстати, вот там наш верстак, я так понял, это то место, где мы, в принципе, видели эту бабочку. Я уже слышал, что там что-то взрывается, так как она, наверное, только один раз может заспавниться, и потом вот там летает, пока ее не убьют, да? Или фиг его знает, или мне просто-напросто показалось, но я так думаю, что это вот тут. Так как, в принципе, тогда мы ее тут нашли, она нас пару раз все-таки посливала. О, босс. И, кстати, босс офигенный, у тебя шляпочка офигенная. Офигеть. Там еще один босс был, но вот тот босс уже слишком какой-то босс. Так, так, иди-ка ты сюда, кто ты там, хот-дог, хот-дог, да, короче, шляпа у тебя такая прикольная. Так, топ-хэт, винтер-хэт, о, вот это прикольная шляпа, тентакул, там еще что-то у нас есть, ну, да тут везде, вот, это, нет, это, нет, это, нет, это, нет, о, офигеть, Т-рекс, ну, короче, шляп, о, охренеть. Но шляп там реально очень большое количество. Сейчас мы, может, какую-то офигенную найдем. Чтобы было реально офигенное. Нет, это уже слишком какая-то. Ладно, пока что пускай будет вот это. Ух ты, тут даже цвет можно менять, офигеть. Так, ребята. Идем мы куда-то вот сюда. Ух, там. Там, не знаю его имя. То был Т-рекс, а вот этот какой-то другой. Да харе меня подкидывать. Да кто меня же... Да, куча вас тут всяких. Воу. Кто это? Не бабочка случайно? Бабочка. Да, это вот та бабуля. Это вот та бабуля, ребята. Да хорай меня бить. Чертяки всякие тут бегают. Твою мать. О, бабуля, бабуля, иди-ка ты вот сюда. Да кто у меня стреляет в снайпера? Бум-бум. Че это за моторы тут всякие? Драгон. А, Драгонфлай. Так. Где бабуля? Меня более интересует, почему я его убить не могу. Кран. А, корону, офигеть. Бабуля, ты где? Или она только ночью спанится? Так как ночью она тут была, сейчас уже рассвет, и она куда-то испарилась. Так, короче, всяких у нас шляп тут, конечно, уже столько, что капут. Но меня, если честно, больше интересует, где бабуля. Ладно, ну и... Да, ну а сейчас умерли. Потому что просто у нас даже броньки нету. Я как-то даже про нее не то что подзабыла, она просто-напросто нереально быстро ломается. Я даже, если честно, не представляю, ребята, где нам достать какую-то лучшую броню. Да что это меня вокруг крутится всякие. Или мне показалось. Ребят, я даже не знаю, где нам надо достать какую-то броньку лучшую. Армор. Давайте. Нет, вот так точно ничего не покажет. Ладно, давайте сейчас, может, тут какую-то броньку найдем, если она не так уж и сложно крафтится, да? Ну, тут есть какие-то броньки, но они или стеклянные, или какие они там. Кристальные.
Фиг его, ребята. Фиг его знает, ребята. Если вы знаете, как скрафтить какую-то офигенную броньку, которая напросто, просто-напросто реально офигенная и не очень так быстро ломается, как наша, ну, как обычная, да, железная. Потом... А! Тогда пишите, ребята, да. Потому что я, в принципе, реально даже представления не имею. Так. Тут у нас всегда бабуля, как я понял, спавнится. Пусть будет Д, типа динозавры, да, что такое, пофиг. Сейчас, ребята, я не знаю, может тут еще кто-то будет. Но днем, как я понял, тут вообще нифига нету. Не знаю почему, но мне так кажется. Вот что можем мы заспавнить, ребята, сейчас. Нет, этого чувака мы точно спавнить не будем, ребята, потому что просто-напросто... Я забыл, что у нас броньки даже нету. Плющить немного мир, как я понял. Вот это вроде кристаль, нет, я не знаю, кристальный ли это мир или нет, если мы на эту нажмем. Но, как я знаю... А, он даже не атакует, ладно? А, это даже не Т-рекс. В кристальном мире, когда ты туда тпшишься, то все... О, офигеть! В кристальном мире, когда ты туда тпшишься, то просто-напросто все вещи пропадают, то есть все вещи удаляются. Поэтому, ребята, туда я даже идти не буду пока что. Ну, в принципе, если туда пойду, то все наши вещи стырятся. Поэтому я туда и не буду идти. Воу-воу-воу-воу-воу. Харе-харе тут всякие бегать. Бабуля пришла. Пирожков принесла. Так, нет, бабули нету. А кто-то да что-то взрывал. Да что-то мир-то плющит. Сейчас я его перезагружу. Все, не будешь плющиться. Или будешь. Все, вроде не плющит. Да. Отлично. Нет, плющит, твою мать. Ладно, так. О, кого-то там насилует. Это мы в какой... Это мы в нормальный мир пришли, только твою ж мать... Сейчас. Вот поэтому, ребята, я и переустановил карту. То есть сейчас мы можем тпшиться, потому что это, вот это, вот там как бы даже мы спали, да, и там у меня даже стоит спаунпоинт, мы там респаемся, когда умираем, но когда ты идешь в другой мир и возвращаешься, то вот такая хрень тебя спаунит на самый как бы спаун карты, где оно запрограммировано. Поэтому, ребята, я поэтому и переустановил вот эту карту, да, чтобы можно было ставить вейпоинты. А вейпоинт я все-таки поставить забыл. Поэтому, ребята, сейчас я приду домой и там сразу же поставлю вейпоинт, чтобы, да. Да реально, что-то глючит. Ну, я не знаю, почему оно глючит. Точно, что не из-за компа, может какие-то там проблемы с Явой, может что-то моды какие-то кривоватые. Потому что я, в принципе, даже не представляю, почему оно может глючить. Фиг его знает. Может, программы какой-то не хватает или еще что-то. Ладно, пофиг. Ну, как бы не пофиг, да, но все же. Что я сделаю? Так, пришли мы домой. Сейчас мы превратимся в нормального. Тут мы сразу же поставим waypoint. Чтобы... какой-то вот такой цвет. Да, отлично. Все. Так, тут у нас что-то делалось, железо. И сейчас, ребята, что я хотел? Броньку. О, да харе, уже вот эти муравьи. О, а сейчас уже сундуки нормальные. Так. Бронька. Бронька. Аметиста я не знаю, хватит ли, не хватит. Там же вроде нужно большое такое количество. Хотя я думаю, что хватит. Хотя, ну, в принципе, сейчас мы попробуем, ребята. Это сюда. Это сюда. Вот так. Это сюда.
Так, так, так. Отлично. Сюда мы вот это ставим. Спавнеры. Сюда мы еще вот это поставим. Это. Чтобы просто в инвентаре не занимало многое места. Я не знаю, хватит ли, не хватит, но аметиста нормально у нас так количество, да? Если что, я еще смогу сбегать в шахту за аметистом потом. Да, как раз хватило еще. Ботиночки. Ботиночки. А как вы делаетесь? А тут не делается, ладно. И ботиночки, ребята. А, ну, конечно, намного лучшая бронька. Вот, офигеть. Так. Аметистовая бронька. Ладно, ребята, наверное, все-таки мы эту серию закончим. На бабулю мы, наверное, потом пойдем. А в следующей серии мы, наверное, пойдем в мир, где вот те огромнейшие деревья. И с помощью того, что у нас уже работают способности, ребята, мы, наверное, все-таки полетаем, да, по деревьям и попытаемся. Иди сюда, босяра. То есть он стрелы даже отбивает. Ладно, вот сейчас иди сюда, босс. Вот сейчас иди сюда. Я просто хочу на тебе попробовать аметистовую броньку. Да иди сюда, зараза. Да он нам почти что нифига и не сносит. Он нам вообще нифига не сносит. Слушайте, это меня напрягает, если честно. Это какая-то читерская бронька. Он меня бил, но он мне даже полсердечка не снес. Как бы его удары сносят даже меньше, чем полсердечка. Это такая аметистовая бронька или это какое-то просто читерство? Это уже слишком как-то. Хотя фиг его знает, может это реально такая бронька, но мне кажется, это реально такая бронька. Так, что мы подняли? Ураниум. Ураниум, ураниум, ураниум. Ребята, вот что я хочу попробовать. Не хватит ли нам ураниума и титаниума, чтобы сделать еще такой же меч, который у нас есть? То есть The Ultimate Sword, или как он там называется. Ураниума хватит, но титаниума не хватит. Нужен титаниум, ребята. Поэтому, ребята, все-таки давайте мы действительно уже на этом закончим эту серию. Бронька офигенная, реально офигенная. Нет, ребята, нам же хватит ураниума. Я просто не посмотрел, что у нас есть ураниум. Мы же только выбили его с босса. Он же у меня есть вот тут. Вот. Офигеть, ребята, сейчас мы сделаем себе вот этот мечок, и пойдем убивать бабулю. С бабулей, по идее, должен выпасть вообще какой-то офигенный шмот, так как это же бабуля, это какой-то офигенный босс, да? И как он делается? Вот так, наоборот, или The Ultimate Sword, ребята. Он зачарен просто нереально офигенно. У нас уже есть вот эти два меча, ребята. И вот сейчас мы просто-напросто будем всех вырубать. Даже вот этого босса мы убьем. Да ладно, шучу, это же наша девушка, да? Так, пускай будет там, ладно. И алмазики еще есть. И, ребята, я так думаю, все, действительно, мы на этом уже заканчиваем эту серию. С такими мечами, с такими вот этими, с такой бронькой, я уже думаю, мы даже бабулю убьем без проблем, так как у нас еще даже вот этот офигенный лук есть, который даже не требует стрелу, мы можем стрелять просто так вот, стрелы даже не тратятся. Поэтому, ребята, все-таки на этом мы уже закончим вот эту серию, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока-пока.